Тем временем на Ямале началась вакцинация тундровиков от коронавируса. Передвижной пункт развернули на автотрассе на Дым-Салехард, недалеко от зимних пастбищ. Прививки уже получили около 200 кочевников. Процедура проходит с соблюдением всех мер безопасности. Перед тем, как ввести препарат в организм, медики досконально осматривают каждого оленевода, измеряют температуру, давление и уровень кислорода в крови. Несколько тундровиков не допустили к вакцинации из-за признаков ОРВИ. Эта болезнь, говорят, страшная, но может поможет. То есть вы осознаете важность вакцинации? Конечно. Если не пройдем, так может еще может хуже быть. А если у вас есть возможность, можно подлечиться, ну, пусть колят. Вакцинация для кочевников особенно актуальна, отмечают врачи у коренного населения, ведущего традиционный образ жизни, высок риск развития бронхолегочных заболеваний. При этом добраться до пациентов медикам порой нереально, слишком большие расстояния до стойбищ и погода не всегда благоприятная. На сегодняшний день мы ставим первый компонент. Через 21 день будет также развернуты вдоль дороги мобильные центры, и мы будем вакцинировать тундровиков второй компонента. Я считаю, что в достаточно короткие сроки мы смогли мобилизовать и сделать так, как это полагается.